Вить, может, Андрюху за Твиксом пошлешь? Вить. Может, Андрюху за Твиксом пошлешь? Тебе же тоже что-то нужно. Что, он вот при деньгах. Пожалуйста, подходи сюда. Не что-то похоже? Не, не. Ну, пожалуйста. Ты возьмешь. А ты посмотришь? Давайте я знаю. Давайте сгоняем. Да, ну нет, ну. Надо фишу? Ничего себе. Ну, макин не подключи туда, не брать. Ну, да. Вить. Может, что ты сгоняешь и наберешь и... Никита, ты играешь? Нет, прав нет. Можно купить, у меня прав нет. Ну, серьезно, ты что? Я не могу. У меня тоже прав нет, я не могу. Витя, ты единственный. Ты не разрешал, не можешь поиграть. Итак, стоп, у нас семейный вопрос. Смотрите, Витя, пойдет ли он против своих принципов? Я буду. Саня, а что ты делаешь, Андрей? Стой. Андрей. Андрей, что ты брать будешь? Если у меня тут бесит, я приду еще. Сейчас пойду еще позже. Что бесит? Нет, магазин такой. Подожди, я расскажу психологу. Подожди, пожалуйста, я тебя звоню. Вопрос. Выбирай сразу все! Ты анекдот не рассказал, вопрос не задал. Витя не рассказал спойлера к этому прекрасному сериалу. Дом, давай. Он говорит, нельзя мой бутыль катить по земле. Я говорю, почему? И есть риск, что он поломается. Ну, последний... Есть риск, что сейчас по голове получишь. Есть риск, он сработает. Он может не сработать, ему просто катить по земле. Я не разрешаю. Витя, что это за фигня? Конечно, сказал, я не разрешаю, ты сказал. Я сегодня второй раз уже я не говорю такого. Тебе надо записывать. Ты вот такая японская жена, включи меня. Мы так, я вот так вот с девочкой расстался, мы с этого начали. Нет, нет, с Рыженькой тоже расстался. Да. Нет, что? Я про Настю. Про то, что мы тоже так говорили, что типа я такого не говорил, а я не говорю. Ты за алкоголем пошел? Андрюх, пиво возьми, пожалуйста. Балтику девятку. А, Андрюха пошел делать эпичный выпад. Что там Андрей Владимирович? Сейчас он придет. Ну давай. Я расстался, да, с Рыженькой. А что сейчас? Почему со мной? Да, как-то не прижились мы друг к другу, и скучновато нам вместе было. Ну, мне с ней точнее. То есть ты инициировал? Ну да. А тебе неудобно на камеру? Да, нормально. Я не думал, что она пересматривает матчи. Не, если пересматривать, это очень странно. А как ты так решил? А? Ну, как-то там было пару моментов таких, что она немножко как бы объектно относилась ко всему. Ну, не, умная, я ж не спорю. Просто как бы... Есть моменты, которые у меня типа неприемлемые, и она их не услышала. Вот. Ну, пару раз. Да. Ну, как бы, я после Насти уже особо женщина не встретилась. Это Насте повезло, это я с ней потряс. С остальными уже так не получается. Вот. А чем мы вообще о женщинах начали? А, Витя, да, Витя женщина. Теперь я встречаюсь с Витей. Короче, у меня все хорошо. В зал хожу, не курю, учусь, работаю, понимаешь? Все, жизнь от сахара. Вить, слышишь меня? Ты послушай. А что там слышишь? А он вообще депрессивное говно какое-то, да? Хоть бы раз улыбнулся. Андрей, так а куда ты будешь ехать за едой? Сейчас смотри, я посмотрю, как по перерыву воды напьется. Если выпьет очень много, то... Понятно, что там. Ты в тот пойдешь в магаз? То есть там типа без вариантов, да, в плане еды там ничего нету? Есть! А что там есть в плане? Ну, магазин, супермаркет один маленький. Типа, имеешь в виду там, типа, бутеры какие-то или что-то такое, или... Катя, тебе сегодня везет, Катя. Ну, да. Не намалеван. Вовчик лучший! Главное, что не в камере. Этот, либо ты типа имеешь в виду там баунти, твикс и прочее, борда. Там есть какие-то булки. Курасан. Курасан. Ну, короче,
Ладно, разберемся по ходу. Но в крайнем случае я буду большой баунти какой-то курасан. Но если там будут какие-то панинки, то будет вообще шикарно. Вот это было бы вообще шикарно. А, легче, легче, нас! Андрюхи, балтика девятка. А баллон светлый. 2,5 литра, да? Мало тренировался перед перерывом. Ну да, да. Но мне надо с ним один гол теперь забивать по-любому. Да. Ой, ну и! А ты шо? На, нас! Серьезно? Ну, мне интересно. Мяч поймать. Честно. Вить, ты готов? Вить, иди на татуировку. В разных стилях. Надо сначала включить счет. Саша! Есть! Лево Что? Хорош! И дай! Ну! Забить! Назик, соберись! Я посчитал живого, что мы не Быстрее бывайся, блядь. Влад, блядь, они все вером режутся, блядь. Нахуй. Давай, манюшка, ты как рисовал. Витя, выше 8! Витя, кто у тебя играет? Вот это еще
Хижняк. Хижняк ассист, а... Алексей, и Сергей ее забил. Я понял. Алексей и Сергей. Нормально, нормально. Сделай шаг, Хорош! Пацаны, не гоните! Хорошо, и прими, прими, прими. Хорошо, пацаны, хорошо, играем. Ван запускаем. Хорошо. Женя. Все, разверни, разверни. Наконец-то свою пушку разрядил. А то, что там в холостую. Не могли ничего сделать. Собрались, не расслабляемся. Я готов. Хорош, Сань. Мягче, мягче. Не расслабляемся, э! Депрессивный такой, да? Пассивный, да? Не лоббинный. Он скоро... Скоро окончательно с наркоманится, понимаешь? Андрей Владимирович, ну сколько можно? Ракан! Так, вон аптечка. Хорош, держись, ну! Давай, давай! Берись, берись, дальше, давай, давай, давай! Хорошо, молодец! Хорошо! Давай, я сейчас ему помогу. Сзади, сзади! Ты что, блядь, что это за план? Сука, вы сзади рак! Еще вправо, еще вправо! Ой, хорошо! И, далее! Ну! Блядь! Да что ж такое? Хорошо! Хорошо! Да, пробей хоть разок, дай мне. Хорош! Хорош! Натик лучший! Ну, отличная проверочка, конечно. Откройтесь, откройтесь! Вовчик, дайте. Ой-ой!
Видно, что мы его не брали. Ну что, мяч, в принципе, сыграл. Не, я говорю, видно, что ты позаведет. Да ёбки, поставь, зай, зай! Я думал, высоко-низко. Дай-дай-дай-дай! Хорошо! Центр-центр! Далее! Сейчас бабка сдохнет от инсульта. Сели! Сорон! Может быть, она задыхается. Ну-ну-ну! Хорош! Хорош! Все, можно! Подайте мяч, пожалуйста. Спасибо. Сзади! Хорошо! Уф! Мишанька! Аут! Там останется еще один тур, да? Да, Ливерпуль там тоже в субботу тогда, где-то тоже в эти Ливерпуль сейчас, да, нормально. Все? Хорошо, некер. Вестхэмом? Они пошли. Набирайте еще. Объясните. Я понял. А нам лучше вас прийти. С утра вас спасибо. А, с утра? Да. Слоты, как обычно. А, все, я вам напишу тогда. Да, Витя, телефон. Ты уже все? Нет? Вот моего телефона. Разверни! Он бухал. Центр откройте, если кто-то в центре. Ну! Сушка. Сушка. И шире, шире. Хорошо. Хорош, слово! Чуть-чуть точнее. Сзади Росик! Два тура это потом. Да. Слава! Слава! Сзади, сзади! Да вы
вытащи ее туда, Андрюха. А ты туда тоже. Дай. Павел, на слово. Лучше! Супер, Это желтая чистая. Желтая чистая. Ла, камера. Купи Алиэкспресс. Таки, можно 130 долларов, но дошел на 20. Андрей, купи себе Алиэкспресс. Кстати, а почему сам Амазон? Добавляется Алиэкспресс и Таобао? Добавляется Амазон. Амазон, ты думаешь? Ну, Алиэкспресс это тоже другая фигня, да? Так когда мы с тобой начнем уже торговлю на Амазон? Ты задолбал? Когда будут на это деньги, да? Когда на это будут деньги? Еще раз. Спасибо. Бросай быстрее, быстрее! Друга дали! Хорош! Андрюх, ты идешь за едой? Нет, не иду. Это что ж такое? Ну ты планируешь, я так понимаю, да? Да, я думаю, что нам надо ему. Тогда держи. Андрей. А пока не сегодня день. Как степень. Противоугонные. Противоугонные фары. Выйди, перестань меня, пожалуйста, не надо. Не надо футболку сегодня. Ведь ты хочешь обратиться в службу поддержки? Чего? Краткостволов. Ну, служба помощи. А, экстренно. Я помогаю. Мне, да, потянул влево и все прошло. А теперь!
Ты лампочки удаленного управления. Да, нет, это не ты неправильно, Леха, это Тусич что-то неправильно. Типа, места на поле много, а все вокруг камер стоят. Смотри, она типа вылезает и начинает бить человека угонщиком или что? Как она работает? Посмотри, там пульт, типа, дрянь. Кто еще еще когда запрещал еще? Типа выключают, да? Правильно, вопрос. Вот это прикольная тема. Влад, ты скажи, на Валенсию ставил за кубки нормально, а был. Скажи, ты говорил, что типа это кубки, а хотя бы как это так. Подожди, еще раз, как она работает? Все чаты. Ты открываешь дверь, у тебя с зеркала заднего вида. Такой как проектор. Да, тоже плохо, видишь, ты можешь хороших привести, типа. И что он делает? Ну, форт, типа, проектор. И, типа, и что она проецирует, подожди? Оно проецирует эмблему форт. Любую картинку. А противоугонные фары, опять же. Метка, да? Ведь, а сколько будет стоять сюда взгляды такие вперед? А он влезет вообще, да? Ты говоришь, про пилотку. Которая всегда работает. Зачем так делать? Прикольно смотри, что они себе. Да они просто будут белые. Счет какой? Счет. У вас желтенькие добавили! Владик, давай! Владика два! Левый еще один остался. Это уже да. Вот выходит, конечно, рамочка. Это, Витя, дай провод нам. Возьми себе этот чехол только на свое сиденье. На все остальные не без чипа. Ну просто так. Покажи доминант. Да. И кепку себе возьмешь такую, выкладите, понял? Да. Такую. Таксует. Два раза его ударили, недоволен. Кстати, ты мне помнишь, говорил, что я там красную или желтую пропустил? Знаешь почему? Я иногда пропускаю карточки. Сушек. Потел, да. Сушек, да? Это малерка, да? Знаю, спасибо. Этот, потому что, типа, я-то за мячом слежу, а желтую карту, ну, а красную дают там, понял, типа, я, ну, типа, два глаза, не знаю, что я две стороны сразу могу смотреть, поэтому, вот, а я за ними не слежу. Недоработка, да. Я предлагаю купить на Алиэкспрессе третий глаз, ну, знаешь, типа, по бокам, можно четвертый заранее, на всякий случай. Слушай. Всяких фар, короче. Я был ресет на этом. Бейс. Я был в фар.